Итак, привет, друзья, с вами Бэр, и мы продолжаем проходить кампанию нежити игры Warcraft 3 «Господство хаоса». В прошлый раз мы остановились на убийстве трех магов, если мне память не изменяет, но все же, давайте продолжим. Что-то хотел сказать, а опять из головы вылетело, в очередной раз. У меня такое бывает, не обращайте внимания, если я где-то буду долго молчать, тупить. Не знаю, отнеситесь к этому с пониманием и, не знаю, как к такому формату, типа полное погружение, что ли, атмосфера, все дела. Итак, глава 8. Пылающее небо. Через час на холме близ Долорана. Магический круг приготовлен в точности по твоим указаниям. Ты готов начать обряд? Почти. Я уже дочитываю. Это просто невероятно. Автор знает о демонах практически все. Я подозреваю, что он был гораздо сильнее, чем думали его современники. Его силы не хватило даже на то, чтобы избежать смерти. Вот что главное. Достаточно того, что сегодня мы завершим начатую им работу. Приступай. Вот так вот, основные задания, обряд. Кельдузет не должен погибнуть в течение 30 минут. Ого. Используйте источники, чтобы восстановить здоровье и запас маны. Понял, короче, не тратим ни секунды. Сейчас потом жара пойдет адская. Кельдузет не должен погибнуть. А жара адская будет. Это я точно знаю. Артес, наши разведчики обнаружили склад гоблинских мин. Великолепно! Мы найдем им достойное применение. Так, ты тут работай. Склоняюсь ты перед вашей волей. Раз, да два. Свершится предначертанное. Я думаю, столько хватит с этой стороны. И с этой стороны, потому что на нас будут атаковать по полной. Чего желаешь? Защищать Кел'Тузеда любой ценой. Где они наступают? Обряд не должен прерваться. Все. Бежим ему люлей давать. Один некр, пускай сюда встанет. Во имя короля мертвых. Трепещите, враги бледи. Так, свободно. Завершена. Чинить. Завершена. Сейчас у нас. Воля исполнится. Жду приказаний. Так, постройка завершена. Понятно. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Блин, дорого все это. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, пофигу. То, что дорого. Нам обойдется дороже, если нас снесут. Так, с этой стороны. Что у нас тут, заходы есть по нам? Да, пару неприятных. Нужна древесина. Понято. Угу. Пошли до древесины, собаки. Я жажду служить. Немытые. Постройка завершена. Чё, тоже древесинка? Постройка завершена. Это окей. Хотя бы тут все проапали. Ты лечи, красава. Чё у нас по постройкам? Пока ничего интересного. Так вот. Так вот. И вот так вот. Еще приперлись, да? Ну, я так и знал. Так, тень, чё бездельничаешь? Иди зацени вообще, что там есть. Тут халявный рудник, да? Я понял. Склоняюсь перед вашей волей. Я понял. Нужна древесина. Да, ладно, давай, тащись туда. Тащи свой мертвый зад, как говорится. Тащи свой мертвую задницу.
строить рудник. Живые наступают. Свершится предначало. Наступают. Завершена. Ну сейчас им постройка завершена. Моя кровь. На нас напали. Как они, у них же вижен, нифига себе. Гаргульи будут. Вижен, значит. Исследование завершено. Ну ничего, ничего. Я жду. Главное нашу бубазу защитить. Я жажду служить. Ну-ка еще один. Вот здесь что-то у меня стерзает смутные сомнения, то что повелитель. Если к нам вот здесь заходить захотят. А вот они уже и заходят. Ваша поэтому исполнится. Зиккураты здесь не повредят нам. Как говорится. Завершена, все. Видите. Ничего, ничего. Пускай ставят. Давай мы этим. Древесина. Ну да, сейчас будет древесина, не переживай. Проапаем. Нужна древесина. Так, другой ленивый где? Жизнь замерзула. Так, ты стой тут. Чего жила? Жизнь замерзула. Нас тут все добывают. Понял. Что-то фигней страдаю на самом деле. Когда ж тут построишься? Склоняюсь перед вашим. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Постройка завершена. Стройка завершена. Живые наступают. Небеса озаряют пламя легиона. Барьер между мирами ослабевает. Легион послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении. Спасибо. Пригодятся. Мертвые служат тебе. Какова воля тени? Пока дефались, пока дефались. Что-то мне кажется, то, что... Маловато у нас. Вообще надо застроиться по полной ими. Чё, декуратом меньше, декуратом больше. Просто по полной программе заставиться. Зиккуратами. Чтоб не знать горя, как говорится. Мы горе не знаем с зиккуратами. Говорится так нет. Сюда куда-нибудь. Молодцы. Постройка завершена. От души, как говорится. Тут мы задефаем, я думаю. И тут тоже задефаем. Ну все, теперь можно, в принципе, немного подрасслабиться и... Так, где тут прилетели? Ага, расслабиться хотел, да? И них нормально, дефы. Где прольется моя жизнь, Занерзума? Да, чинить видите. Давайте. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь? Постройка завершена. Постройка завершена. Нормально, дефаем. Да, надо будет еще парочку поставить там. Постройка завершена. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Завершена. Плотнее так, да, ребят. Мой повелитель. Так ты иди. Да, сюда тоже. Я жажду всего желаю. Вы стойте на всякий повелитель. Случай, вдруг нас коцать будут. Постройка завершена. Так, понятно, что завершена. Где тут это? Кладбище-то. Склепчик. Так это проучим.
Давайте еще возьмем парочку. Больше золота. Ничего, ничего, сейчас они получат. Мертвые ждут. Ой-ой-ой, только не нашего. Иди отдыхай. Постройка завершена. Кто посмел вообще? Ты кто такой? Исследование завершено. Ну, что бы то ни стало, хочет убить наш зиккурат. Где прольется моя кровь? Но у него это не вышло. Поэтому мы идем его лечить. Ваша воля исполнится. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Я жду. Темная цитадель, да? Окей, ее сейчас сделаем. Мяснички нам пригодятся. ХП у них дофига, за что я их люблю. Йоу. Нифига себе. Завершена. Это просто наезд какой-то. Это не просто вызов. А еще, еще целых 20 минут. Это только... Послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении. Я понял. Ты служат тебе. Умри. Постройка завершена. Никто. Охренеть, снес нам. Интересно. Не отпустим. Трепещите, враги плети. Такова воля тени. Приступаем. Фига себе, наезд был. Чего желает мой бог? Реальный наезд. Задолбали они вот сюда. Летят и летят. Прямо маслом что-то намазано, что ли, или как, я не понимаю. Летят и летят. Еще адский гонч. Ну давай, давай. Пригодятся. Фишка у них четко, у них будут с негативной энергией, поглощающей 100 единиц маны, указанного противника, наносящей ему столько же единиц урона. Ну нормально, нормально. Рычат еще собаки. Так, золотишко-то нам нужно побольше, да? Что там еще двух? Да, два места свободно. Ну, как-то уже 18 минут. Все смотрел 20-20, а тут бац, уже 18. Дела не ждут. Лучше лишний раз не смотреть на таймер. Напрягает. Ваш ход. Склоняюсь. Чего желаешь? Где прольется моя кровь? Ты готов? Постройка завершена. Постройка завершена. Я жажду служить. Давай, давай. Постройка завершена. Это что такое? Источники, да? Эх, как-то не заметил. Поставлено, значит, нам похилиться можно. Но мы, скорее всего, не будем к ним бегать, потому что, ну, как-то нелогично. Нам нужно дефать вот здесь, да? А нам приходится бежать назад. Ваша воля исполнится. Чего желает мой повелитель?
Склоняюсь перед. Да немного желаю твой повелитель, всего лишь какую-то капельку приветов. Вызвали. Моя оперативная армия. Я жду. Не расходимся, скучкуемся. Вызвали меня. Еще можно с Артасом бегать, повеселее время будет. Пришло. Золотишко поперло, да, поперло. Поэтому постройка самое время. Завершена. Эта вещь. Постройка, о, завершена. Вот. Постройка тут, оказывается, завершена. Тоже ребята есть. А я думал, там не будет. Ваш. В итоге со всех сторон получается. Прижимают. Да, нас напали. Я понял. Но я уже показал, что это, наверное. Но осталось, по идее, еще столько же продержаться. Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Давай-ка. Намути нам еще здесь декоратор. Пару чего. Да свершится предначертанное. На всякий случай. На всякий случай. Чё-то мне сдается то, что все-таки нужно парочку нам таких вещей. Жизнь за Нерзула. Исполню с радостью. Склоняюсь перед вашей волей. Постройка Зион послал нам на помощь. Еще гончих. Они вдвоем распоряжаются. Мало гончих не бывает. Так, а вы тут развлекуху без башен устроили. Это плохо. Вот и умерли. А вот с башнями повеселее будет мочиться. Постройка завершена. Ой, вот это вообще бред, то, что он кастует тут. Ну-ка, перестань. Чего желает мой повелитель? Постройка завершена. Постройка завершена. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Одни зиккураты. Капец. Реально. Надо что-то с мясниками придумать. Нужно больше золота. Мясников я люблю. Они четкие. Постройка завершена. Гончи пригодятся, чё. Спасибо. Чё, где тут эти были? Живые наступают. Я жажду служить. Вызвали меня. На нас напали. Вот что, всего 13 минут осталось продеться. Постройка завершена. Исследование так. Завершено. Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Нужно больше золота. Полегче! Наконец-то! Разбрелась моя армия. Я жажду служить. Да, повелитель. Слушаю и повелю. Жизнь за Нерзула. Ваша воля исполнится.
Постройка завершена. Ну что еще? Постройка завершена. Нужно больше золота. Так, армия. Все в сборе. Постройка завершена. А вот тут еще потерялись. Я вас не видел. Да хранит меня тьма. Сюда встаньте. Такова воля тени. Здесь никого нет, но здесь есть пара могильщиков и башня. Целая армия. Так, расходы минус 60%. А в чем вообще прикол этих расходов? А, расходы, доход от добычи золота, расходы на содержание армии зависят от количества пищи, потребляемой войсками. Ну, сейчас мы подохнем там чуть-чуть. Не переживайте с пищей. Постройка завершена перед вашей волей. Говори, глупец. Видите? Пищи все окей. Завершена. 10 минут, да, осталось продыхаться. Ну, я думаю, у нас это получится. Я жажду служить. Никто не смеет. Так, вот это уже наглёж пришел. Вот так-то лучше. Фростморн! Как вам пуджик? Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Пронесли нам, значит, здесь чуть-чуть. Перед вашей волей. Постройка завершена. Мы сейчас вот так вот ответочку быстренько сделаем. Постройка завершена. Ваша наконец-то. Нам на помощь пришли могучие духи огня. Веди их в бой, рыцарь. Это крутая вещь, реально. Пускай будут здесь и здесь. На случай прорыва к нам. Здесь я вообще исключаю то, что на нас пойдут. Но если здесь пойдут, мы тоже их мёртвые обрадовать служат, сможем немного. Наступают. Поэтому ну, здесь регулярная армия, а там защитка, короче, такая запасная. Стройка завершена. Стройка завершена. Льется моя кровь. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Да и пофиг, у нас завершена. Тут еще есть большой и жирный, как говорится, рудничок. Говори, ты увидишь все. Я посмотрю. Так, сади-ка сюда куда-нибудь. Интересно, здесь тут ничего такого нет топового у них. Посмотрим. Постройка завершена. Постройка завершена. Тайное станет явным. Постройка завершена. Воу. У меня декоратор в глазах двоих скоро будет. Вот так-то лучше. За короля мертвых! Пока не фокусит один декорат, мы фокусим их всех. Фростморн жаждет крови. Живые наступают. Фростморн! На нас напали. Отсюда, что ли? Быть такого не может. У меня тут армия вступила в бой. Постройка завершена. Жар преисподней войскам противника наносится. Находящимся поблизости наносит 10 единиц урона в секунду. Ого. Имба. Чего желает мой повелитель? Ты тут иди, чини. Да, повелитель. Че, опять что ли напали они? Я жду. Ну все, тем временем 7 минут осталось, это
Ну, 2 минуты больше, чем 5. Спасибо, Кэп. Говори, глупец. Наконец-то. Ну как, думаете, есть шанс у компьютера меня сделать здесь? Я думаю, нет. Вот это я понимаю, карта, да? Ну, понятно, что продефаться нужно, да? Ну не золотой рудник. Тут такая карта, обрушился. Как вот, ну, такая большая, типа вот ты будешь тут 2 часа на нее потратишь, а профита, ну, сами понимаете. Вот другое дело, вот такие гигантские карты, типа, ну, с размахом, как говорится, типа, все дела. Ну, я уже еще? Раз 20 сказал это слово типа, можно подсчитывать, умножать. Я не понимаю, что за механомашина, самоходная мортира. Че, типа она профитная, что ли, такая сильная? И не надейся на быструю смерть. Во славу плети. Где прольется моя. Вы как раз чинить пойдете. Идите работайте. Исполню с радостью. Будет обидно, да. Обидно. В мыслях такая мысль проскользнула в голове. А, то, что я сейчас забыл включить фрапс. Ну, в смысле, бандикам записывать. И типа... Сколько я минут дефал, придется все переснимать. О, нет. Да. Было бы жестко. Было бы жестко. Тем временем 5 минут всего осталось. Продефаться. Это гигантская армия просто. И какие-то жалкие попытки по сравнению. Ну, не такие уж жалкие, конечно, но все же. По сравнению с нашей движухой. Вот взял я одну мульчу. Жизнь за Нерфума. Ваша воля исполнится. Чего желает мой повелитель? Никто это не что это такое? Приказывать. Почему вы не бьетесь? Фору даете, что ли? Еще левел ап. Прикольно такого в цуп. Звук тот же самый остался. Прыг-прыг. Классно. Ну что еще? Где прольется моя кровь? Постой, в принципе, тут по времени уже 3 минуты осталось. Можно вообще встать, ничего не делать. Типа, ну как? Фига себе, у нас еще големы есть, да? Ой-ой-ой, идут собаки. Ну, пускай идут, у нас еще тут 3 голема есть. Сейчас мы вам зажжем дискотеку. Завершена. Я жду. Жизнь за Нерзула. Типа у нас золотишко-то дофига уже можно. Пуджей нанять. Армия Пуджей, давай. Армия Пуджей и армия пауков. Нужно больше золота. Все, вперед, поехали. Какова воля тени во имя короля мертвых? Интересно. Кстати, вот здесь, если подскочит, вы такие типа, из леса выскочит, привет, а мы Пуджи, мяснички. О, как я угадал-то, как я угадал, из леса выскочили. Умри, жду приказаний.
во имя короля мертвых. Блин, довольно быстро эти мортиры сносят. Прогиб леди. Слушай, умри. Что, здесь напали? Ну, тут арт сейчас зажжет, если ультанет. И не надейся на быструю смерть. Я заставлю тебя страдать. И не надейся на быструю смерть. За короля мертвых. Ну что еще? Говори, глупец. Во славу плети. Живые выступают. Слушай, че, ну, помяли бока немного. Держитесь! Мы должны защитить Кэлтузеда. Час победы близок. Да все тут уже ГГВП со всех сторон поперли на нас. Я жду. Типа у них без шансов. Никто не смеет мне приказывать. Живые наконец-то! Вот так. Артас, отходим. Не рискуем. Во славу плети. Вот так-то лучше. Где такая эпичная моя подмога? Артасу. Полегче. Ну что еще? И не надейся на быструю смерть. А что с големами? Нифига себе, их размотали. Это да. Оу, вы вперед. Вы сюда. Типа сейчас здесь жесткий замес будет. Просто если они сделают там по Кельтузеду пару ваншотов с этим колдуном, молдуном, Артса убили. Черт, да, жестко пришлось под конец. Ну все, в принципе, без шансов. Приди. Лорд Архимонд, приди в этот мир и позволь нам насладиться огнем твоей силы. Трепещите, смертные! Зло пришло в этот мир. Ты хорошо поработал. Мой план осуществился. Лорд Архимонд, все готово. Хорошо, Тикондрус. Король мертвых нам больше не нужен. Отныне ты будешь командовать армией плети. Как пожелаете, господин. Скоро я начну вторжение. Но для начала нужно преподать урок этим жалким колдунам. Я сожгу их город дотла, и о нем не останется даже воспоминаний. Вот так вот. На этом серия, наверное, заканчивается. Они что, шутят? Что будет с нами? Терпение, молодой рыцарь. Король предвидел и это. Ты еще сыграешь свою роль в его великом плане. Вот так вот. Хорошо.